так и не поняли, что произошло. Водитель «Лады» 15-й модели и его пассажир накануне вечером ехали по изыскателей, но удачно повернуть на Шевченко у них не получилось. По всей видимости, водитель не справился с управлением, и водитель вылетел в кювет, сбив при этом ограждение. По словам очевидцев аварии, оба мужчины были пьяны. Сами же виновники ДТП уверяют, что дело совсем в другом. Им просто помешала встречная машина. Мы ехали так, машина выезжала оттуда. Человек пытался тормознуть, притормозил. Машина уехала туда, а мы поймали столбик. И получилось. Хорошо, что мы еще живы.